посвятил великому человеку, доброму, душевному, нежному, трепетному, Валентине Николаевне Тазикеновой. В интернете наткнулся на петицию, которая призывает к тому, чтобы увековечить память о Валентине Николаевне, назвав в честь ее улицу и детский дом, которому она посвятила всю свою жизнь. Я считаю, что это абсолютно правильно. Инициаторам выражаю благодарность за это. Валентина Николаевна действительно этого достойна. Вот жизнь наша преподносит нам каждый день какие-то сюрпризы. Мы ожесточаемся, становимся злыми, суета, бытовуха. Все это как-то нас очерствляет, что ли. И мы порой не находим духовного тепла для собственных родных и близких людей. А Валентина Николаевна своей жизнью, не словами, а именно поступками смогла заслужить любовь детей, тысячи детей, которые без сомнения называли ее мамой. Причем эти дети с рождения не знали слова «мама». Это теплое, нежное, дорогое, родное слово «мама». Все-таки я призываю всех оренбуржцев, простых людей, ну и, конечно же, сильных мира сего, кто может как-то посодействовать этому всему, посодействуйте, давайте сделаем это вместе, давайте, у кого есть возможность, просто пройти по ссылке, которая будет ниже моего видео, и просто проголосовать, оставить свой голос, сделайте это. Если у вас есть возможность какая-то посодействовать этому каким-то политическим путем, я не знаю, каким-то документально продвинуть это все. Пожалуйста, сделайте это. Это тот поступок, важный поступок для очень многих детей. То есть вы сделаете доброе дело для многих-многих тысяч детей. Вот Валентина Николаевна этого заслуживает. Она достойна жить в наших сердцах, хотя бы в наших сердцах и в нашей памяти. Ну а всем вам пожелаю удачи, здоровья, счастья, берегите себя и наберите своим мамам, у кого они есть, наберите, скажите, что вы их очень любите и желаете им добра. Берегите себя. Всех благ. С вами я, Юра Прибылов, и группа моя «Обратная сторона».